Завершает выступление в номинации «Сольное пение» возрастная группа 18-30 Руслан Офрин, солист ансамбля русской песни «Душегреечка», руководитель Светлана Казанцева, педагог по вокалу, заслуженный артист Российской Федерации Лидия Алексеевская, концертмейстер Юрий Шернин. Курганская область. Прозвучит лирическая русская народная песня «Прощай, радость» и походная песня уральских казаков «Вы не вейтеся, черные кудри». Прощай, радость, жизнь моя, знать уедешь от меня, знать. Да не спит.
Yeah.